Все кругом было привычным, знакомым и понятным. Только вот память о себе была кем-то надежно заблокирована. И он мучительно пытался вспомнить, кто он, где он и зачем он. Его неудержимо влекло. Куда? Он и сам не знал. Но очень надеялся, что неведомая цель поможет вернуть ему память. Карта. Он вспомнил карту. Да, это где-то здесь. Но его здесь, похоже, не ждут. Но ему нужно найти это место. И он продолжал свой путь с неотвратимостью судьбы. Конечно, у него было с собой оружие. Но перед аномалиями зоны оно казалось таким смешным и нелепым. Он мог бы справиться с любым человеком, да только людей здесь что-то не видно пока. А против зоны бессильно любое человеческое оружие. Бункер. Где-то здесь должен быть старый бункер. Вот он. Чутье подсказывало ему, что это не то место. Но он решил проверить. Чисто. Теперь вниз. Тлен. Запустение. Старые проржавевшие коммуникации, ведущие неизвестно куда. Ничего. Он выбрался из бункера и сначала почувствовал, а потом увидел. Увидел заброшенный корпус, обнесенный колючкой. Строение выглядело абсолютно заброшенным, но он откуда-то знал, что точно так же выглядела и та лаборатория, в которой ему стерли память.